И вось майстер знакомите нас с видом народной творчести, практично забытым на Беларуси. Сегодня уже мало ведомо мастерство створения узора с паперы, что отримали назву вытянанок альбо выразанок. У конце 19-го стагодия, особливо у первой половины 20-го, ажурные паперовые узоры можно было бачить у любой селянской хате. Новый краткочасовый росквіт вытянанки пережили у послевоенные десятигодия, затем кончатково зникли, покинувший след только у человечей памяти. Некоторый рост цікавості до моста. Жили-были себе дед с бабой, и был у их сын. Подкликали яны раз яго ды кажуць: «Хутка нам сынку помираць, а ты не жанаты, таму ідзі ў свет і шукай сабе жонку». Узяў хлопец торбачку і пайшоў. Прыйшоў ён у лес, прысеў на пні, да й цяжка задумаўся. «А дзе шукаць тую жонку?» А тут раптом вышел из лесу заяц, да и каже ему: «Не сумой! Хлопша, ведаю я, где живе добрая девчина!» «Загрубай, матко, жар-жар, загрубай, матко, жар-жар, будет тебе дочки, жаль-жаль! Загрубай, матко, жар-жар, загрубай, матко, жар-жар, уже тебе дочки, жаль-жаль! Согревай, матко, попел, согревай, матко, попел, мы твою дочку исправим! Согревай, матко, попел, согревай, матко, попел, мы твою дочку исправим!» Долго яны шли, си мало, але привел заяц хлопца до невеличкой хатки на хутор. Жили там девка пригожуня и мать яе. «Ты такая сквапная жанчына была, якой свет не бачу», — каже заяц хлопцу. «Я буду у тебя за свата, а ты, головно, стой, молчи!» «Схопим рученьками, схопим рученьками, повезем мы кониченьками! Схопим рученьками, схопим рученьками, повезем мы кониченьками! Схопим беленькими, схопим беленькими, повезем мы вороненьки! Схопим беленькими, схопим беленькими, повезем мы вороненьки!» Увайшли яны в хату, пачаў заяц сватаць хлопца, а жанчына ў яго і пытаюць: «А ці багаты будзе жаніх?» «А як жа?» «Добра, аддам дачку тады, калі завтра мой падворак будзе поўны курэй, гусей, свіней, і каб карова была з быком». Ай, засумаваў тут хлопец, а заяц яму й кажа: «Кладзіся спаць, ды не турбуйся, а я что-нибудь придумаю». «Докидай, матко, дрова, докидай, матко, дрова, оставайся здорова. Докидай, матко, дрова, докидай, матко, дрова, оставайся здорова. Ну а ты ж як рух отрезки, ну а ты ж як рух отрезки, дожидайся невестки. Ну а ты ж як рух отрезки, ну а ты ж як рух отрезки, дожидайся невестки». Побег заяц на панский подворок, а там курей, гусей, индыков, всяго полно. Ён ими говорит: «Послухайте, какая новина! Тут недалечко на хутро веселье будет, а гусика нема, то пойдем. Ой, всех запрошаю!» Як поднялася баба зранку, вашам своим не верить. Полный двор багаття, нават бык с коровою. Кинулася яна у скоки. А заяц подошел до музыков и кажа: «Жар, жар!» И почалося веселье. Три дні гуляли.
А прачнулася баба на чацвёрты дзень. Ціха вакол. Выйшла на падворак, ні душы. Зазірнула ў хлеў, няма нікога. Зразумела тады баба, што заплаціла так за сваю сквапнасць. Гусі і куры да пана вярнуліся. Хлопец з дзяўчынай паехалі кудысь на поўнач. А пра зайца, кажуць, зноў за слата ў суседні вёсцы бачылі. Пасля такой нетрадыцыйнай песенкі гурта «Троіца» трэба, шаноўныя слухачы, пакаштаваць нешта больш зразумелае, што ли. Нешта такое блізкае да шырокіх мас. І зараз у эфіры прагучыць кампазіцыя сапраўднай зоркі расійскага шансону «Мікрофон».